Здравствуйте, друзья! В эфире передача «На бровке», и в ближайший час мы будем обсуждать главные события Северной лиги. В начале сентября стартовали групповые турниры Лиги чемпионов и Кубка ЛФЛ. Север, занимающий третью позицию в таблице коэффициентов, должен был быть представлен в общемосковских соревнованиях 6 командами. Но летом произошло столько событий, повлекших изменения в заявочных списках, что мы решили остановиться на них подробнее, прежде чем перейти к матчам и представить вам участников обоих турниров. Так называемые Еврокубки, как и полагается, являются самыми представительными, престижными и привлекающими наибольший интерес зрителей регулярными турнирами в ЛФЛ. Здесь сражаются лучшие клубы Москвы, и победы именно в этих турнирах придают триумфаторам особый статус. Новый сезон уже стартовал, и он будет по-своему уникальным. Лига чемпионов и Кубок ЛФЛ обещают быть особенно интересными, ведь состав участников по разным причинам за лето заметно обновился. Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны! Почти в каждом округе, кроме Юга и Юго-Востока, шанс заявить о себе получили коллективы, не пробившиеся в главные турниры столицы по итогам прошлогодних чемпионатов. От севера-запада в Кубке ЛФЛ сыграет сохранивший лишь в таковых матчах прописку в вышке «Спартак» Тушина. На юго-западе, получившего в концовке сезона дисциплинарное взыскание в виде снятия 3 очков Бутова заменит МГУ, а путевка в Кубок ЛФЛ снявшегося с чемпионата северо-восточного Баку перешла к футбольному клубу «Москва». Но самые крутые перетрубации произошли в трех ведущих округах Москвы. Летом прекратили существование триумфаторы прошлогодних еврокубковых турниров «Атлантис» и «Нижгород-Диса», так что оба трофея гарантированно получат новых обладателей. Из-за снятия победителей Лиги чемпионов 16-17 квота Запада сократилась, а место в групповом этапе нового розыгрыша перешло к прошлогоднему финалисту «Гефесту». Кроме «Атлантиса», на Западе прекратил свое существование постоянный участник главного клубного турнира Москвы ФК «Барс». Вместо него в лиге оказался «ЦДН», а «Портер», появившийся возможностью воспользоваться, не захотел, и место досталось финишировавшей 10-й Москве. Снятие «Нижгарда» на представительстве «Востока» не сказалось, так как в финале Кубка ЛФЛ «Желто-белые» сражались с «Авангардом». Вакантное место в Лиге чемпионов отошло усадьбе Банной, а в Кубке ЛФЛ вместо почившего в позе Профита и отказавшегося играть Норренса в честь округа будут защищать Трансгарант и Титан, завершившие прошлый чемпионат в нижней половине таблицы. Что касается Севера, то вместо Терминатора в Лиге чемпионов сыграет Нева, а ее место и путевка в Кубок ЛФЛ Гефеста перешли к Динамо и Беде. Наконец, вместо снявшегося уже после начала нового сезона Азимута во втором по значимости турнире Москвы сыграет Голдшак. Нестор Петрович, что же это такое получается? Ходишь-ходишь в школу, а потом бац, вторая смена. Баталии в групповых турнирах Лиги чемпионов и Кубка ЛФЛ уже начались, и нас, естественно, интересуют перспективы северных команд. Кто сможет в июне поднять над головой престижный трофей, а кто не преодолеет и отборочный этап? Для кого проблемой станет игра на два фронта? Попробуем разобраться в этом. Нарушая табличную хронологию, начнем с Гефеста, который является одним из фаворитов стартовавшей Лиги чемпионов. Если бы не снятие Атлантиса, античные играли бы сейчас в другом турнире рангом пониже, поскольку в прошлом сезоне, сосредоточившись на выступлении в Еврокубках, внутренний чемпионат провалили и заняли лишь 4-е место. Однако, думаю, никто не станет спорить, что по игре, составу и амбициям Гефест входит как минимум в число 16 лучших клубов Москвы, а прошлогоднее поражение в финале лиги только подстегнет футболистов. Не властно время. Он мужает. Не седина в его волосах, а блеск. Стоит напомнить, что приостановивший свое выступление в ЛФЛ Терминатор покорил Лигу чемпионов с 3-й попытки. Сначала красно-черные, как и Гефест 2 года назад, вылетели в полуфинале, затем уступили по пенальти в финальном матче и только через год смогли выиграть решающий поединок. Интересно будет посмотреть и на ЦДК с Невой. Руководство красно-синих в межсезонье существенно обновило состав, а со скамейки запасных в новом сезоне руководить действиями футболистов будет Михаил Бесчастнов. Стали армейцы сильнее или слабее, покажет время, но не выход из такой группы для ЦДК однозначно будет провалом. Внутренний чемпионат красно-синие начали ни шатко, ни валко, но последние игры армейцам удались, а победа над Интером подогрела интерес к команде. Мы были искренне в своих заблуждениях. Время открыло нам глаза. Поражение в первом туре от Интера оставалось единственной неудачей Невы к моменту старта Лиги чемпионов.
Можно было бы назвать это отличным результатом, ведь команда расположилась на втором месте в таблице, если бы не одно «но». Самым сильным оппонентом бело-черных в оставшихся трех турах был «Легион», а МЗКП и Европа не сумели оказать никакого сопротивления одному из самых титулованных клубов Севера. К тому же, пока непонятно, к чему приведет затеянное Валерием Нуровым очередное обновление состава. Футболисты в Неве собраны квалифицированные, на игры порой приезжают две полноценных восьмерки. Но станет ли это козырем или окажется проблемой, если кому-то не будет предоставлена возможность стать значимой частью побед? Здравствуйте, царь, очень приятно, царь, очень приятно, царь, очень приятно, здравствуйте, царь, очень приятно, царь, царь, очень приятно, здравствуйте, царь, очень приятно, очень... В каком бы турнире ни участвовал Интер, он почти всегда будет значиться среди его фаворитов. И уж тем более, если речь идет не о Лиге Чемпионов, а о Кубке ЛФЛ. Состав Нерадзури просто великолепен на фоне других участников, и пока совершенно непонятно, кто мог бы составить сине-черным конкуренцию на дистанции. Схожими амбициями обладает разве что западный Титан, но Интер провел прекрасную трансферную кампанию, и команду пополнили имеющий победный опыт в ЛФЛ Дмитрий Мечков и Владимир Свежук. По совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель! В прошлогоднем финале Лиги Чемпионов на самом деле решала судьба не только трофей и участие в следующем розыгрыше «Гефеста». Занявшая в чемпионате седьмое место «Динамо» получала бы бонусную путевку в Кубок ЛФЛ в случае победы «Античных». Увы, в серии пенальти точнее были футболисты «Атлантиса», и «Динамовцы» временно остались за еврокубковой чертой. Однако затем, после самоликвидации «Терминатора» и «Азимута», команда Антона Тимофеева получила право выступить во втором по рангу клубном турнире Москвы, и это довольно неплохо для «Севера». Белоголубые удачно выступили в прошлом году в Лиге Чемпионов, остановившись только в четвертьфинале. Летом обновили состав и вновь ставят перед собой задачу выиграть кубок. Вы из какого общества, ребят? Трудовые резервы. А что, «Динамо» бежит? Все бегут. Для беды, которая прошлый сезон завершила с худшим результатом в истории, неучастие в Еврокубках, казалось, стало благом. Можно было бы спокойно выполнить перезагрузку, не отвлекаясь на параллельные турниры, собирать новые, способные решать большие задачи состав. Однако, играть в Кубке ЛФЛ все же пришлось, и в своем квартете синеголубые не выглядят мальчиками для битья. Если не первое, то уж второе место беда занимать обязана. Давид Маркич, так что, вам наливать? Наливай. Вот это по-нашему. Команде Олега Пронина еще не даже 2 лет от роду, но «Голд Шарк» уже во второй раз примет участие в играх на Москву. Настоящий повод для зависти конкурентов акул по чемпионату. Что самое интересное, своими силами в Кубок ЛФЛ желто-черные не пробились ни разу, в обоих случаях заменяя снявшиеся с пробега команды. В прошлый раз «Голд Шарк» набрал одно единственное очко в групповом турнире, но перед стартом нынешнего сезона не выглядит таким уж беспросветным аутсайдером. Желто-черные окрепли, набрались опыта и провели косметический ремонт состава, так что должны выступить успешнее. Группа у «Голд Шарк» непростая, но попробовать зацепиться за вторую путевку в плей-офф вполне реально. В общем, настроение перед стартом турниров у болельщиков северных команд должно быть позитивным. Мы, конечно же, продолжим болеть за своих до самого конца, а что будет в итоге, как говорится... Поживем, увидим. В первом туре дома играли участники Лиги Чемпионов, а вот клубы, заявленные в Кубок ЛФЛ, отправились на выезд. В наш эфир попали сражения Невы с Пищевиком и Гефеста с Россушью, а запись матча Ника ВРК «Динамо» любезно предоставили нам коллеги с Вернадки Парк. В прошлом сезоне Нева и Пищевик выступали и достаточно успешно во втором по значимости клубном турнире Москвы. Команда Валерия Нурова вообще считалась одним из главных фаворитов Кубка ЛФЛ, но обидно уступила Мегатитану в четвертьфинале. А представитель Юго-Запада и вовсе попал в четверку сильнейших и даже выиграл первую встречу у мощного восточного Авангарда. В новом футбольном году соперники приняли старт уже в Лиге Чемпионов. Пищевик как безоговорочный лидер своего округа в статусе лучшей команды чемпионата и обладателя кубка, а Нева с бронзовыми медалями Севера, заменив в турнире «Терминатор». Гости первыми наладили комбинационную игру после короткой разведки, и Станиславу Плохих пришлось несколько раз выручить партнеров.
Особенно сложным моментом для вратаря был увенчанный ударом с линии штрафной проход Александра Сапронова, которому с помощью Дениса Назарова удалось оставить неудел пятерых соперников. Но пищевик на старте так и не забил, а вот Нева воспользовалась едва ли не первой собственной возможностью. Как всегда активный Александр Агамбердиев заработал штрафную в зоне левого полусреднего, и Антон Киреев красивейшим ударом отправил мяч в дальнюю девятку. Этот гол глобально ничего не поменял. Юго-западный чемпион по-прежнему атаковал, а Станислав Плохих выручал, сохраняя разницу. Но уйти на перерыв при счете 0-1 у пищевика не получилось. В концовке тайма Нева забила дважды, причем сначала Игорю Шутину удался во многом шальной дальний удар, против которого Илья Горшков был бессилен, а затем бело-черные поймали обескураженного соперника на контратаке, и Георгий Нуров лишил гостей практически всех шансов на спасение. Тем не менее, пищевик во втором тайме играть не бросил, памятуя о том, что в конце группового этапа, может быть, придется считать и разницу, а Нева вошла во вкус и попыталась увеличить перевес. Несколько неплохих моментов не использовал Вадим Пронкин. Без гола ушел с поля и Агамбердиев. А вот гости один мяч все-таки отыграли. Алексей Бритовский с желтой карточкой сбил в центральном круге Дениса Кравцова, а удар Сапронова уже во вратарской скорректировал Андрей Котенев. 3-1. Старт Невы в Лиге чемпионов получился успешным, но за выход из группы команде Валерия Нурова еще предстоит посражаться. Еще полтора месяца назад в числе участников Лиги чемпионов прошлогоднего финалиста не было. Гефес закончил чемпионат Северной лиги только четвертым и должен был стартовать в Кубке ЛФЛ. Но после всех пертурбаций и жеребьевки группового этапа главного клубного турнира Москвы, античных вновь записали в число главных фаворитов. Статус этот команде Алексея Швундина еще предстоит подтвердить, но начал свою кампанию Гефес уверенно, дома не оставив шансов хорошо знакомой по позапрошлому году россыши. Счет был открыт уже в дебюте. Проход в штрафную соперника Александр Масленников увенчал передачей на Сергея Анохина. Затем Мартин Хорин замкнул прострел Андрея Дрисова от углового флажка, а после этого отличился и Масленников, поставивший точку в веерной атаке своей команды. До перерыва южане один мяч отыграли, но в начале второго тайма Андрей Моисеенков сначала великолепной передачей из глубины вывел 1-1 Евгения Ширинкова, а затем сам точно пробил с лета после розыгрыша углового и охладил пыл попытавшегося совершить камбэк соперника. Россыш делала, что могла, и даже поддержала подобие интриги благодаря голам Александра Минченкова в заключительной четверти часа. Но Масленников почти сразу использовал ошибку защитников гостей, а затем и Дрисов установил окончательный счет. 7-3. Прыгать выше головы Гефесту не пришлось, но главные матчи в группе еще впереди. Появившейся возможностью сыграть в Кубке ЛФЛ «Динамо» планировала воспользоваться по максимуму. Тем более, что в своей группе коллектив Антона Тимофеева выглядит не безоговорочным, но все же фаворитом. Несмотря на то, что начинали турнир «Динамовцы» на выезде, на Вернадский парк нужно было обыгрывать вторую команду Юго-Запада. Ника ВРК хоть и нанесла в прошлом сезоне единственное поражение пищевику, отстала от него аж на 17 очков, а в Еврокубках и вовсе дебютировала. Динамовцы начали матч действительно здорово и уже на 8-й минуте открыли счет, причем гол получился очень стильным. В нем было все – красивый слаломный проход от центральной линии к штрафной и короткий розыгрыш в касание непосредственно перед воротами. Сыграно было настолько четко, что решающий удар Дмитрий Голышев наносил метров с 5 по уже незащищенным воротам. Создав еще пару неплохих моментов, но не реализовав их, сине-белые затем как-то слишком легко инициативу упустили. Более того, хозяева поля отыгрались едва ли не в первой по-настоящему опасной атаке. На 18-й минуте Денис Авдонин легко избавился от опеки Евгения Корнилова и вышел один на один с вратарем, а Владимир Корнеев почему-то решил угадать направление удара и повалился в противоположную сторону. Остаток первой половины прошел в равной борьбе, хотя преимущество «Динамо» в классе не подвергалось сомнению. Ника выглядела очень достойно, и каждый ее футболист отдавал игре все 100% своих возможностей. Более того, в начале второго тайма хозяева сумели забить 2 гола подряд, и для представителя Северной лиги на горизонте замаячила перспектива остаться вообще без набранных баллов. Сначала, воспользовавшись скидкой Авдонина, Денис Петренко вывел Нику вперед, а спустя еще 2 минуты Сергей Комаров неожиданным образом забил прямым ударом с углового. Впрочем, «Динамо» почти тут же сократило отставание до минимума. Кирилл Орлов подключился к атаке по центру и вложил мяч в ногу Аркадия Мрекова. До конца игры оставалось еще 20 минут, и за это время можно было не только сравнять счет, но и вырвать победу. Правда, совсем уж без остановки атаковать «Динамовцев» хозяева поля не позволили, и Владимиру Корнееву пришлось потрудиться, реагируя, например, на дальние удары Авдонина и Комарова.
переиграй неугомонный Авдонин вышедшего из ворот Корнеева в классной атаке под занавес встречи, и победу Ника, скорее всего, уже бы не упустила. Однако форвард пробил бесхитростно, голкипер оставил свою команду в игре, а за 3 минуты до финального свистка Денис Киселев провел спасительный эквалайзер, утвердившись в качестве главного героя поединка. 3-3. Динамо не удалось стартовать с победы, однако потому, как складывалась игра, ничья на выезде не самый плохой результат. Все три наших клуба стартовали в Лиге чемпионов с побед. Событие может быть и не уникальное, но точно не рядовое. ЦДК уверенно разобрался с чемпионом Северо-Восточной лиги Пивдомом, еще в первом тайме обеспечив себе решающее преимущество. И теперь главное удержать заданный ритм. Все-таки в этом квартете армейцы и усадьба Банная являются главными фаворитами. Положительным исходом будет считаться и ничья на Востоке, а в случае победы во втором туре команде Олега Полтевского останется только разобраться дважды с северо-западным Бобром. У Гефеста группа чуть сложнее. В воскресенье античные поедут на несчастливый для себя Сетунь-Парк, чтобы сразиться с чемпионом западной премьер-лиги футбольным клубом сотрудников прокуратуры. В первом матче ФКСП неожиданно уступил северо-восточному Кайзеру и внезапно оказался прижатым к стене. Еще одно поражение, и выход из группы окажется очень далеко, так что Гефесту придется весьма непросто. Что касается Невы, то ее сражение с Авангардом станет во многом решающим в борьбе за выход в четвертьфинал. Вице-чемпионы Восточной лиги неудачно стартовали в турнире, ниже своих возможностей выступили на первенстве России, да и в чемпионате уже потеряли очки там, где не должны были этого делать. Команда Валерия Нурова, напротив, на ходу, и вторая победа подряд позволит создать солидный задел перед играми с западным ЦДМ. В Кубке ЛФЛ клубы Северной лиги стартовали не так удачно, хотя на 100% результат тут было рассчитывать сложнее. Голдшарк на выезде уступил опытному Иствуду и, объективно говоря, рассчитывать на выход из группы акулы смогут едва ли. Ничья Динамо – результат вполне рабочий, тем более, что бело-голубые в новом сезоне еще не проигрывали, а их соперники не выглядят непобедимыми. Прогнозировать выступление беды сейчас особенно сложно, поскольку команда только начинает строиться практически заново, и с этой точки зрения ее успех в матче с северо-восточной Москвой особенно приятен. Ну а очередной разгром, на этот раз учиненный Интером тушинскому Спартаку, вообще воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Нерадзури обладает составом, способным выиграть и Лигу чемпионов, так что во втором по значимости клубном турнире столицы команда Сергея Филина однозначный фаворит. В воскресенье наши клубы сыграют первые домашние матчи. Сначала Голдшарк встретится с обладателем Кубка Переправы Селтиком 2, затем Интер сыграет с Русутерцем, обыгравшим в первом туре Восточный Титан. В гости к беде приедет мощный пятый элемент, в составе которого с десяток экс-футболистов топ-клубов Севера, а Динамо сразится с Гертой Отрадной, с трех побед, стартовавшей в чемпионате Северо-Востока. В высшем дивизионе Северной лиги чемпионат только набирает обороты, но фавориты устроили уже несколько шикарных спектаклей. Одним из таких матчей вышло противостояние Интера и ЦДК, да и встреча Легиона со Стеллой получилась захватывающей. Такой, какой и должна быть игра претендентов на место в восьмерке. Перед стартом игры с Интером, на фоне матча недельной давности за суперкубок и общего впечатления от провального для себя старта, в ЦДК не верилось категорически. Отсутствие Андрея Говорова и Евгения Вашурина в стартовом составе не добавляло оптимизма. Казалось, Михаил Бесчастных уже не ищет, а мечется. Интеру пришлось обойтись без лучшего игрока августа в высшем дивизионе Артака Григоряна, но на Радзуре так мощно начали сезон, что казалось, это не станет проблемой. Как это часто бывает, реальность оказалась иной. Александр Туменко едва не забил в первой же атаке после незамысловатой, но классной комбинации в касании с Алдонином или Хабабенко. И хотя Интер тут же ответил моментом свежука Мишина, территорией плотно завладели армейцы. И вскоре это преимущество обернулось еще одним моментом с участием Алдонина или Хабабенко, только на этот раз в розыгрыше не было паса на третьего. Сыграно было проще, в стеночку, которую Евгений и трансформировал в первое взятие ворот. Интер, конечно, старался отыграться, но в штрафную его не пускали, а дальние удары не представляли проблем для Дениса Зайки. А вот Алдонин, еще раз вскрыв черно-синюю оборону, ударом в упор чуть не оформил дубль, но Интер выручил Эдуард Батыгин. Во втором тайме давление Интера постепенно становилось все сильнее, но в ходе вертикальных атак Александру Рощину не хватало точности ударов, а Владимиру Свежуку – убедительности падений. Постепенно отсутствие Григоряна становилось все более ощутимым.
Когда же Вашурин, Алдонин и Александр Авдеенко провели для защитников соперника еще один урок геометрии, а Роман Памшев из Вратарской завершил красивый розыгрыш, первая в сезоне победа ЦДК над командой своего калибра приобрела реальные очертания. Валерий Лихобабенко едва тут же не закрыл игру после передачи Вашурина, но Интер вновь спас Батыгин, а в ответной атаке сине-черные усилиями сыгравшего на добивании Константина Кадеева вернули минимальную разницу. Однако ничего больше команда Сергея Филина придумать не смогла, а вот Вячеслав Саркисов организовал третье взятие ворот на Радзуре. Выступивший в роли наконечника копья Александр Туменко позже мог оформить дубль, но пушечным выстрелом в одно касание из-за штрафной сотряс перекладину. Но главное, Зайка провел последние минуты практически без работы, а ЦДК довел встречу до победы. Уверенный и закономерный, и вместе с тем неожиданный. Поединки Легиона и Стелла, на каких бы позициях ни находились команды, всегда получаются принципиальными. Итоговый счет иногда не отражает характера противостояния, но разгромы вроде прошлогодних случаются далеко не всегда. Как правило, борьба идет с первой минуты и до финального свистка. Ну а в нынешней ситуации, когда оба соперника претендуют на попадание в восьмерку сильнейших, тем более. Легион, конечно, считался фаворитом, поскольку лучше начал чемпионат, но Стелла была для него, пожалуй, первым действительно серьезным соперником из числа прямых конкурентов. К тому же Андрею Бороздову удалось собрать почти оптимальный состав, который смотрелся мощно даже без Андрея Митрофанова. Александр Седов не мог рассчитывать в этом матче на дисквалифицированного Вячеслава Андрианова, но его удачно сумел заменить Дмитрий Неруков. Начало матча осталось за легионерами. Пока их соперник осваивался на поле и налаживал свою игру, черно-серые провели несколько хороших атак, и уже в дебюте Никите Смолию пришлось выручать Стеллу после удара головой Дениса Бычкова. Голкипер перевел мяч в перекладину, а затем при помощи Владимира Батарина исключил возможность добивания. Блицкрик легиону не удался, а дальше преимущество постепенно стало переходить к бело-красным, за организацию атакующей игры которых отвечали Иван Ерохин, Равиль Юсипов, Михаил Еремин и успевавший везде Денис Сурков. Поначалу дальние удары для Владислава Басинзона особенной угрозы не представляли, но к середине тайма футболисты Стелла пристрелялись. На 22-й минуте Ерохин раскачал на углу штрафной Дмитрия Ефремова и открыл счет с помощью небольшого рикошета, отправив мяч в дальний угол. Перевес в один мяч выглядел закономерным, но нельзя сказать, что Смолий скучал на своей половине. Пару раз ему пришлось отражать опасные выстрелы Папина Казаряна, еще в одном случае снаряд просвистел совсем рядом со штангой. И все же атаки Стелла получались куда более опасными. Незадолго до перерыва Басинзон по-настоящему спас свою команду, отразив удар Юсипова, завершавшего выход 3 в 1. Второй тайм белокрасные начали с решимости увеличить счет, и у ворот заменившего Басинзона Александра Дементьева сразу стали возникать моменты. Поначалу, правда, вступать в игру голкиперу не приходилось, но когда Еремин в центре поля освободился от опеки Седова и вывел Юсипова 1-1, голкиперу пришлось выручать легион. Вскоре ему на выручку пришла перекладина, еще в паре моментов форвардам соперника не хватало точности. Отсутствие внятной атакующей игры не позволяло легионерам задумываться о победе, но последние 10 минут перевернули ход встречи. Легионеры дождались ошибки соперника и сумели распорядиться своими моментами с убийственным хладнокровием. Сначала пас Павла Андрианова неожиданно не сумел прервать надежный до того Антон Уколов, и Казарян поразил дальний угол. А на последней минуте Сурков-младший завозился с мячом в центральном круге, позволив сопернику организовать выход 3 в 2. Попытки забить форвардов легиона остановили вратарь и страховавший его Григорий Макаров, а вот удар Андрианова накрыть уже было некому. 2-1. Легион побеждает не благодаря, а вопреки, но зарабатывает важнейшие очки в борьбе за место в восьмерке. На прошлой неделе бравший паузу чемпионат возобновился играми шестого тура. Наибольший интерес вызывала игра «Динамо» и «APC», находящихся в группе лидеров. После трех побед в начале чемпионата «APC» ожидало куда более серьезное испытание. Матчи против признанных топ-клубов, претендующих на медали чемпионата. На фоне Гефеста электроники даже не в оптимальном составе смотрелись очень неплохо и едва не удержали ничейный результат, так что чего-то подобного можно было ожидать и от игры с Динамо. Бело-голубые в текущем сезоне еще не проигрывали вовсе, но неожиданно упустили преимущество в два мяча в поединке против Стеллы. Впрочем, после той осечки динамовцы уверенно переиграли ЦДК, сломили сопротивление штурма и к игре с APC подошли с боевым настроем, а также с задачей сохранить лидерство. С первых минут матча «Динамо» захватило инициативу, и возможности отличиться имели Дмитрий Голышев, Никита Митин, Андрей Тынян и Денис Киселев.
Несколько раз свою команду выручил Дмитрий Яснов. Еще в паре моментов динамовцам не хватало хладнокровия в завершающей стадии, но давление на оборону соперника все же принесло плоды в середине первого тайма. Митя на дриблинге заработал штрафной метров 15 от ворот и прямо по центру. Яснов выставил мощную стенку, но занял неверную позицию на линии, а Тыняный классно исполнил стандарт, мягким ударом поразив право от себя верхний угол. Все это время на противоположной половине поля откровенно скучал безработный голкипер белоголубых Игорь Гришин, но ему удалось сохранить концентрацию и сыграть надежно, когда EPC буквально выжил из себя пару неплохих атак. Оба раза на завершающий удар выходил Анатолий Рябко. И если в первом случае он все делал верно, но ему не удалось пробить в сторону от центра ворот, то во втором полузащитник промедлил с принятием решения и, вернувшись в оборону, Илья Чижиков помешал оппоненту как следует прицелиться. После этого до перерыва атаковала только «Динамо». Яснов еще раз уберег свою команду от гола, когда Тыняный завершал проход штыковым ударом с 10 метров. Но в концовке тайма полузащитник белоголубых все же оформил дубль после комбинации с участием Голышева и Митина, утвердившись в статусе главного героя первой половины. Во втором тайме рисунок игры не поменялся. Динамовцы создали еще несколько моментов, в которых EPC откровенно повезло, а затем дважды отличился Валерий Леонов. Сначала он сумел принять в чужой штрафной длинную передачу Гришина и, развернувшись, отправить мяч в сетку ворот соперника, а через несколько минут точно пробил сходу в быстрой атаке своей команды, установив окончательный счет. 4-0. Победа «Динамо» на классе. Динамовцы возглавляют таблицу высшего дивизиона, уступая по потерянным очкам только имеющему 100% показатели Гефесту. Интер и Нева дополняют четверку, а на пятой строчке пока располагается Легион, перенесший свою игру с штурмом из-за участия в чемпионате России. Пусть выступление команды Александра Седова на этом форуме и получилось неудачным, по разнице мячей во внутреннем первенстве она опережает и обладателя общероссийской бронзы ЦДК, и открытие старта сезона EPC. Армейцы в последнем туре с большим трудом переиграли МЗКП, хоть и подошли к матчу не в оптимальном состоянии после финальных сражений на Сетуньпарк. При этом в ближайшем туре APC ждет Интер, Легион встретится с Энергомашем, а ЦДК получит соперники МСК Европы. Замыкает первую восьмерку Gold Shark, и начало сезона акулы не могут считать успешным. Две ничьи, в том числе и с бедой в минувшие выходные, это ненабранные важнейшие 4 очка. При этом желто-черные еще не играли ни с кем из первой пятерки. А вот девятое промежуточное место Европы – это успех. Старательная и дисциплинированная команда Павла Дедловицкого опережает беду и Энергомаш, график которого, правда, был чуть тяжелее. Штурм провел на две игры меньше положенного, выглядел неплохо на фоне Динамо, но набрал пока всего один балл, так что о его перспективах говорить пока рановато. МЗКП располагаются выше благодаря победе над Пресней, а Стелла слишком зависит от состава и поэтому выступает неровно, единственный раз набрав очки в игре против лидера. Стоит отметить, что пресненцы провели уже 4 встречи с коллективами топ-5, а самый легкий календарь до того был у команды Ивана Логинова, не сыгравшей ни одного матча против клубов из первой шестерки. Старт сезона для «Динамо» вышел практически идеальным, но лидерство бело-голубых все равно сюрприз. Сегодня в нашей студии футболист, хет-трик которого принес команде победу над штурмом, а еще один гол помог добыть выездную ничью на Вернадке парк. Дмитрий Голышев. Добрый вечер. Дим, мы общались с тобой перед игрой в воскресенье, и ты сказал, что ставишь перед собой цель выиграть звание самого ценного игрока месяца. Шутки шутками, но давай обсудим итоги сентября лично для тебя и для вашей команды. Только положительная оценка как команды, так и в целом. Игрой доволен. Игрой, да. Голами. Какие-то были особые задачи? Голы не важны, главное, чтобы команда побеждала. И у всех было хорошее настроение после игр. Что касается MVP, да, вот ты пошутил в какой-то степени, но тем не менее... Не пошутил. То есть, если выбирать лучшего игрока месяца, кого бы ты, кроме себя, естественно, выделил бы? Ну, признаться, я не смотрю игры. Других команд? Да. А в своей? Даже не знаю. У нас хорошо играют, стабильно играют. Но... По крайней мере, в этом сезоне особо такого лидера нет. Хорошо. Вообще успешное начало чемпионата для «Динамо». Как воспринимаешь? Там, может быть, не ожидали сами от себя и сейчас большими глазами друг на друга смотрите? Или наоборот, красавчики, все по делу, там, на своем месте команда? Ну, два раза не выиграли уже.
хотя должны были побеждать. Поэтому не на 5 с плюсом. Но не проигрывали. На четверочку старт. А была ли цель занять обязательно там первое место? Потому что в связи с этой формулой новой чемпионата важно попасть в первую восьмерку, потом очки сгорят. И насколько это важно вообще? Ну, такой задачи не было, чтобы прям первое место занять. Именно вот в регулярке. Надо попасть в восьмерку, я думаю, мы попадем. А там будем бороться за первые места. В целом задача на сезон – чемпионский титул. Или как понимать то, что перед вами ставит руководство? Ну, задача как минимум в тройке быть. Это для меня лично. Руководство – это тоже, наверное, так же. При возможности побороться за первое место. Почему нет? Все равно там мы как бы темные лошадки. Пока не выиграли ничего. А кубок ЛФЛ? Ну, я посмотрел состав команд там. Групп там, которые участвуют команды. В принципе, нам по силам до финала дойти точно. А кто главный фаворит, на твой взгляд? Динамо. Перед началом сезона ты оказался вне заявки команды. Команда без тебя провела две игры. И вот перед ЦДК мы видим тебя в приформе, на разминке, готовым играть, с хорошим настроением. Что произошло? Говорят, что своим возвращением ты обязан лично Максиму Бородкину. Ну, мне позвонили, они знали мою статистику против ЦСКА, ЦДК. Они говорят, обязан приехать. Но если серьезно, то просто вернулся в команду. Ну да, Макс переговоры с ним вел. В принципе, все удачно сложилось. И в команде снова. Для тебя после возвращения что-то изменилось, потому что сейчас ты близок к такой практически к оптимальной форме, к оптимальной. Да нет, не оптимальной. Еще нет. Да, наверное, уже не наберу оптимальную. Надо объективно смотреть на вещи. Ну, для ЛФЛ, да, может. В хорошей форме нахожусь. Я, в принципе, всегда можно прибавлять даже. 40-45. Как ты считаешь, некий прогресс, который мы видим, ну, мы со стороны, по крайней мере, связан с тем, что в этом сезоне ты практически, если играешь, то играешь на позиции нападающего. До этого были эксперименты определенные, и ты в обороне довольно много матчей проводил. Не, ну тот сезон, который я играл в обороне, просто у нас и выхода больше не было. Один я был центральный защитник, переименованный. Ну, из форварда. Для тебя это... Вот как, да нет, как первый раз это вот происходит? Дим, ты да сегодня последний. Да, нормально воспринял вообще. Хотелось даже не там впереди побегать, а сзади постоять. В принципе, там легкая позиция, только читаешь... Если игру. Есть футбольный интеллект, да, то ну, да. Проблем нет. Если нападающий еще булка, то отдыхаешь там. Ну, как нападающий, все-таки ты проявлял себя гораздо ярче в предыдущие годы. В один из сезонов в «Империи» 35 мячей забил. Это четвертый результат был чемпионата. Уже не помню этого. Да, ну тогда чемпионом вы не стали. Кстати, если твою личную карьеру ЛФЛовскую вспоминать, ты в итоге получил медаль за чемпионство «Империи», вот когда только перешел в команду, там провел несколько матчей, но команда выиграла титул. Ну да, конечно. Вадик. То есть это считается? Вадик завез мне медальку. Привет ему, кстати, если будет смотреть. Ну смотри, за «Динамо» у тебя 16 мячей. Всего в ЛФЛ там, ну, наверное, ну, меньше 100, но там около того. Ты вот говоришь, что прибавлять еще с одной стороны можно, с другой стороны там надо объективно вещь смотреть. Какие это персональные планки для тебя есть? Ты можешь там выйти на уровень там, 25-30 мячей в чемпионате, играя постоянно на подачу? Ну, признаюсь, вот сезон начался, не ставил никаких задач там, забить там, 20 или 50. Главное, чтобы они приносили пользу команде. Как вот эти три с штурмом? Ну, хотя бы два, возможно, да. Третий уже не важен был. Хорошо, давай чуть-чуть глубже копнем, вот буквально один-два вопроса.
и вернемся к временам до империи даже. Это Тимирязевец, Альбион еще раньше. Как тогда воспринимался для тебя футбол в любительской лиге? Легион и потом Альбион. Так, а потом, после этого еще был там Цветпром, там он переименован был в Тимирязевец, то есть такая вот история. Ну это давно было уже. Ну да, играл раньше, приезжал. Друзья, как правило, звали. Я же... Ну а ты знал, что по тем временам считался такой достаточно крутой звездой лиги, и говорили там, приехал Голышев, но все, шансов нет. Не слышал никогда об этом. Может, кто-то говорил. Владимир Коркин рассказывал, что вот два раза играл Альбион в финалах Кубка. Да, один раз меня удалили, по-моему. В полуфинале, да, и в финале ты не сыграл. Не сыграл, обидно. Проиграли мы тогда. Ну, удаление было, судья, конечно, заряженный был. Вот. Мне показалось, там не было удаления. Помню этот момент в центре поля. В той и теперешней ЛФЛ есть что-то общее вообще? Ну, кроме мяча. Ну, общее. Формат не изменился, так же играем. Ну, изменилась инфраструктура. Не, а в целом, конечно, изменения большие. Начиная от организации, там, заканчивая. Ну, судейство тоже получше стало. Нет таких скандалов, как раньше, допустим. Драк нет. Какой-то там грубости. Ну, и команды сами сильнее стали, по мне. Больше сейчас классных уже футболистов? Даже... Ну, да. В плане того, что все хотят проявить себя. Амбиции у всех большие, даже в ЛФЛ. Кроме тебя. У тебя только команды. Новая формула чемпионата. Прокомментируй ее, твое мнение. Многие футболисты говорят, что она не очень удачная. Кто-то говорит, что вполне себе нормальная. Можно... Ну, по мне так интересная формула чемпионата проведения. В принципе, ты попадаешь в восьмерку и потом играешь только с сильными командами. Нет проходных матчей. Ну, каждую неделю надо на максимум выкладываться, нет возможности перевести дух. Тем интереснее играть, наверное, а не забивать там по 15 голов. Лучше, когда соперник дает бой. Ну и еще один вопрос напоследок. В позапрошлом сезоне ты два раза выходил на поле вместе со своим братом в составе «Динамо». Значит ли для тебя что-то такие моменты? Как ты вообще относишься к его выступлению в ЛФЛ, такому коротенькому? И будет ли он затем, после окончания карьеры профессиональной, играть здесь, в любительской футбольной лиге? Ну, эмоции только положительные были, когда мы играли там вместе. В принципе, мы в карьере это не получилось у нас сделать. Так они поиграли в одной команде. Ну, пару игр сыграли, да, эмоции хорошие были. Даже одну проиграли, по-моему, одну выиграли. Вот. А что касается, будет ли он играть, я надеюсь, он еще поиграет там лет 5 в премьер-лиге. Не хлопнул. Для этого выйти нужно? Не хлопнул двери еще, я думаю. Да, ну, вот. В принципе, у крыльсоветов сейчас реальный шанс. Она всегда успеет. У крыльев? Да. У крыльев, да, у Паши не знаю. В конце хотел бы поздравить с прошедшим днем рождения нашего тренера Антона. Пожелать ему удачи и крепкого здоровья. А всем болельщикам «Динамо» до новых встреч. Дим, спасибо тебе, что нашел время к нам приехать. Действительно, мне кажется, получился такой живой разговор с эмоциями и с юмором. Желаю тебе добиваться поставленных целей, неважно, это личные или командные. Друзья, у нас в гостях был Дмитрий Голышев. Нам пора переходить к обсуждению других дивизионов. Пока в первой лиге буксуют все записные фавориты, места во главе таблицы заняли «Аэрофлот» и «Тандер». Пройти мимо такой игры в начале сентября мы просто не имели права, а в прошлые выходные остановили свой выбор на еще одном интересном противостоянии – «Смены» и «Ансара». К очному поединку четвертого тура «Аэрофлот» и «Тандер» подошли, располагаясь на втором и третьем месте соответственно и не потеряв ни одного очка в чемпионате.
Впрочем, «Быкам», откровенно говоря, на старте повезло с календарем, и среди соперников «Бирюзово-серых» самым грозным оппонентом был забуксовавший «Ансар». А вот команде Игоря Кривошеева в первых играх пришлось изрядно попотеть, в частности, переламывая ход матча с «Ассирией» недели ранее. Летчики считались в этом сражении фаворитом, и «Тандер», понимая свой статус, сделал ставку на массированную оборону, отрядив для этого четверых защитников. «Аэрофлот», которому соперник не оказывал никакого сопротивления на двух третях поля, сразу же завладел инициативой. Но спокойное начало матча явно не пошло команде на пользу, и пару-тройку верных моментов бело-голубые упустили. А вот «Тандер», отвечавший в основном за счет контр-выпадов, в итоге своим шансом воспользовался и на 24-й минуте открыл счет. Денис Глушенков получил передачу от активного Валентина Петрякова на подступах к штрафной и, потратив пару касаний на раскачку Владилена Александрова, отправил мяч в дальний угол. «Аэрофлот» моментально активизировался, увеличил давление на ворота Шамиля Бетридинова, но отыгрался лишь на 30-й минуте матча, когда Евгений Кулаков заработал и сам же реализовал 10-метровый удар. Времени до перерыва почти не оставалось, однако «Тандер», упустив преимущество, откровенно поплыл и позволил сопернику провести еще две голевые атаки. Причем в обеих ситуациях не лучшим образом сыграл опытный Сергей Лисюков. Голы Кулаковой и Альберта Шица сделали преимущество бело-голубых комфортным, однако к 39-й минуте от него не осталось и следа. Сначала Глушенков заработал опасный штрафной прямо по центру ворот, который мощным выстрелом преобразовал в гол Анатолий Макаров, а затем, буквально в одной из следующих атак, Лисюков исправился за свои ошибки и сравнял счет. По сути, соперники вернулись на исходные позиции, однако на деле «Аэрофлот» будто и не заметил камбэк оппонента, с легкостью вернув себе преимущество. Гол Евгения Кулакова на 48-й минуте в итоге оказался победным, однако летчики не стали ограничиваться минимальной викторией, а довели дело до разгрома. В оставшиеся минуты бело-голубые упустили еще пару хороших возможностей, а затем Альберт Шиц и Максим Гречкин провели 5-й и 6-й гол «Аэрофлота» и подвели итог противостоянию 6-3. Являющийся одним из претендентов на медали первого дивизиона «Смена» к поединку 7-го тура против «Ансара» подходила, расположившись только на 7-м месте турнирной таблицы, но все равно считалась фаворитом, поскольку команда Сайфутдина Рамазанова хоть и отставала не сильно, по игре не производила особенного впечатления. С другой стороны, в пользу «зелено-черных» говорили двухматчевая сухая серия, лучший результат по пропущенным мячам в чемпионате и отличный сбор на игру, позволивший выставить оптимальный состав. Тем не менее, начало игры осталось за «Сменой», которая забрала инициативу и открыла счет уже на 8-й минуте. Гол Андрея Стрельцова хода встречи не изменил. Сине-белые владели мячом и территорией, а «Ансар», не имевший притязаний на игру первым номером, здорово проводил быстрые атаки. Лучший момент тайма в одном из таких выпадов возник, когда Фарид Гамидов выполнил скидку на Эмирхана Тривердиева, а тот пробил в лед, но Олег Шибзухов выручил свою команду. И все же «Ансар» отыгрался еще до перерыва. Ратина Дарай неаккуратно пошел в отбор в собственной штрафной и попал Мурату Титуеву по ногам, а находившийся рядом Максим Каплин незамедлительно указал на точку. Пропустив за минуту до окончания тайма, после перерыва «Смена» устроила настоящий штурм ворот Рамиля Хусаинова. Впрочем, дальние удары, коих было большинство, не таили в себе особой опасности. Но стоило Надарая ворваться в штрафную, как Хабек тут же оказался сбит Камилем Магомедовым, и арбитр назначил второй пенальти в матче, который уверенно реализовал Стрельцов. Вновь оказавшись в роли догоняющего, «Ансар» был вынужден пойти вперед и отыгрался почти мгновенно. Александр Гавриленков неудачно прервал передачу на Сайфутдина Рамазанова, и мяч от ноги капитана «Смены» отскочил в ворота. Оставшиеся 12 минут прошли в обоюдоострых атаках, но вырвать победу никому так и не удалось, хотя каждый из соперников может сетовать на низкую реализацию собственных моментов. 2-2. «Ансар» не проигрывает уже в 5-м матче к ряду, а «Смена» еще больше отстает от лидеров турнира. Лидерство «Аэрофлота» в этом сезоне пока выглядит закономерно. Команда намного больше всех забивает, причем не только усилиями великолепного Евгения Кулакова, настрелявшего уже 15 мячей, а по пропущенным голам занимает второе место, уступая только «Ансару». 100% результат после 6 сыгранных матчей позволил создать уже 5-очковый отрыв от «Тандера» и «Дита» и на 6 баллов опередить «Кристалл», «Буран» и «Ассирию». При этом все основные конкуренты, включая затаившуюся на 8-й строчке «Смену», уже не раз теряли очки. Без поражений пока обходится только «Кристалл», но у него 3 ничейных исхода, причем 2 в играх с 18-й и 20-й командами чемпионата. Обращает на себя внимание результат «Войки КЛВ»,
которая проиграла всего однажды во втором туре, а с тех пор одержала 3 победы, в том числе над Бураном, и одну встречу завершила в ничью. Как обычно, крепкой и неуступчивой командой проявляют себя гепардс, замыкающие первую десятку. В нижней половине таблицы 8 команд из 10 одержали хотя бы одну победу, а выделяются из общего ряда Прайд, на счету которого 2 виктории, и перед летом, сумевший лишь 2 раза сыграть в ничью. У того же Прайда единственного в списке положительная разница мячей. Протон забил столько же, что и пропустил, и явно не добрал очков. Опытные Трувер, Ювенал и Фортуна идут с одинаковыми показателями вне розовой зоны с таковых матчей. Бенгабум и Онега пока не сумели преобразовать свой потенциал в удобоваримый результат, а Марвел, хоть и набрал 4 очка, по-прежнему испытывает проблемы с атакой и является самой малозабивающей командой чемпионата. Если в дивизионе 2А на фоне неплохо стартовавших Диких Ежей, Сириуса и КДС все равно выделяется мощный Нефтяник, то в 2Б наоборот. Обладающие фантастическим составом Родина и Аксиома Групп, а также Штарк с великолепным Андреем Бонадысенко гонятся за выдавшей лучший старт в своей истории московской Буц. В 2А после матча 7-го тура не осталось команд, идущих со 100% результатом. Нефтяник неожиданно разошелся миром с самобытным, но все-таки занимающим место в нижней части таблицы ядреным вождем, а Дикие Ежи крупно уступили еще одному открытию чемпионата Снежному Барсу. Впрочем, отрывы лидеры сохранили. КДС в эмоциональной игре уступил Хайтеку, Сириус поделил очки с Россонеро, Лаймбер не сумел переиграть абордаж и опустился на 7-е место. Также сыграли в ничью и не сумели приблизиться к тройке Пираты. В общем, турнир получается пока довольно интересным и не лишенным интриги, как могло бы показаться до его начала. В подгруппе Б самой горячей командой сейчас является идущая на 11-м месте Молния. Неделю назад команда Алексея Байкова стала первой, кто сумел отобрать очки у ФК МБ, а в прошлые выходные с помощью Михаила Погорелова, отличившегося 8 раз, нанесла первое поражение Аксиоме Групп. Таким образом, побежденными с поля не уходили только футболисты Буцы и Родины. Химчане в 8-м туре должны были сыграть против Штарка, но игра была перенесена, так что теперь все с нетерпением ждут противостояния Аксиомы и МБ. Не стоит сбрасывать со счетов и еще 4 команды. Галактика, Сбулат, Камелот и Икар набрали по 10 очков и продолжают преследовать группу лидеров. Завершит программу хит-парад лучших голов, забитых за последние 3 игровые недели. Я с вами прощаюсь, друзья, но совсем скоро мы встретимся в этой студии и, как всегда, по выходным на полях Северной лиги. И гол, и гол, и это Евгений Алдонин. Вот оно настоящее. Следов и попадает в самую девяточку, в самую паутинку. Забил блестящий гол Антон Кирилла со штрафного.
Нормально?